Вот им тут рассказывают, что таурки делают и что вообще нужно. Тут же нет прохода, я надеюсь. Блять, тут есть проход. Рафлан. Можно было как-то, наверное, хитрее сделать, но у меня фантазии не очень много. А еще, если у вас слишком много времени, тут вроде как можно ready нажать. Странно, что других не видно. Палку там мод поставил. Странно. Типа без стрим-снайпа, кого? Давайте посмотрим, что у них тут вообще. Ля, хитрые лабиринтосы. Привет, рэпчик. У меня самый инвалидный лабиринт 100%. Проверочных нет юнитов. Типа вот время истекло и все. У меня не самый плохой результат. Ебать. У меня очень инвалидный лабиринт будет, походу. Очень инвалидный. И что дальше делать, блин? Я так плохо построился, капец, надо было так меня расстроить. Это жестко. Гар, ну она как раз таки твою фантазию разрабатывает, как построиться более идеально, чтобы в разных ситуациях. Что next, не знаю, рэпчик. Я ебал, я не знаю, что next. Ну я первый по-любому буду. Не, уже не первый капа. Ну третий. Четвертый. А, тут можно уничтожать. Тоже интересная тема. Так вот сделаем. На всякий случай здесь поставлю, хуй знает.
Бля, а можете не базарить на английском руинера, а? Изи, изи. Да я знаю, что горячие клавиши, но горячие клавиши иногда могут привести к фатальной ошибке в такой карте. Держу в курсе. Ну, очень хуёвый лабиринт, пацаны, очень хуёвый каппа. Ну, вроде дырок нету. Ебать, тут понастроили, посмотрите на это. Просто посмотрите на эту имбу, как понастроили. Пиздец. Я, кстати, на третьем месте, в принципе, не настолько плохо я играю как-то. Так, блять, ну, тут по-любому вот так надо пускать как-то. Да. По-другому никак. Так. Тут можно еще что-нибудь сделать. Тут 100% надо как-то обстраивать, чтобы он вот сюда пошел. Блять. Хуёво. Бля. Не обстроить никак. Максимум могу вот так еще достроить. Ебать, там кто-то дырку не увидел, походу. Ой, рэпчик, отстань, сейчас бы угадывать всякую дичь. Ну давай, стопни, эх. Ля, ну чё это за читерас-то, а? Какие-то, блин, как они вот эти лабиринты делают, а? Просто супер кривые лабиринты у них какие-то выходят. Ля, тут чё сделать? Ебать. Ну здорово, типа. Ну разве шел так как-то?
Ну так вот. Ля, они даже здесь умудрились по-другому построиться. Вот руины. Оп. У меня идеальная застройка была. Кап. Так, ну чё? Чё у нас тут можно придумать? Наверное, наоборот, вот сюда надо пойти. Да в смысле нет? Тут нет прохода, блядь. Да, тут нет прохода, лол. Ну ничего. Чего они так все криво делают, а? Как они это делают просто? Пиздец. Они еще в кривых лабиринтах путаются. А сколько тут раундов? 15 раундов? Ебать! Че жестко-то так? Да. Я ж правильно поставил, блять, надеюсь, да, правильно. Блять, ты долбоёб нахуй на драконе. Может было как-то получше вот здесь построиться, хз. Пал задротина. По-любому задротил эту карту как-то. Не понимаю, как тут построиться получше. Наверное, вот так надо сделать в любом случае.
пальцы вонзились мне в кость. В проклятой реке поднималась вода, за камни в ясном пару. Я вытрезвел и помчался туда. Здесь, конечно, хуёвый лабиринт. Бля, он здесь пройдет нахуй. Долбоёб. Это хуёво. Я не увидел здесь дырку. Полная хуйня. Даже не знаю, как его заставить нормально пройти. О, вот так вот. Как вам, а? Гениально, по-моему. Наверное, даже было вот здесь строить башню стоп еще по-хорошему. Ля, Андер 2К руины. Ну, Паула я не догоню уже. На второе место выйти бы. Как-то. Хуёвая застройка, ну, может, поможет. Батя рэпщит какую-то хуйню, спамит. Вроде дырок не должно быть. Вообще, по-моему, это идеальная застройка. Идеальнейшая. Да. Хотя у него на одну секунду больше. Ну что за читы, а? Что за читы? Просто не дают вырваться на второе место, падлы. Дают почилить. Ебать, а тут что сделать? Нахуй. Нормально там вообще? Бля. Найс, найс.
Да в смысле, тут нет прохода, что ли? А, они вплотную стоят, блядь, ну. Кайф. Что я могу сказать? Пиздец. Охуенный лабиринт, блядь. Из пяти башен. Лясика, куда ушел? Dark Angel меня нагоняет, сика, хватит, хватит меня дудосить, Dark Angel, дай выиграть второе место каппа. Ну, тут 100% вот так изи делается, да и все. Дальше. Изи топ-1 будет сейчас, чекайте. Знаешь, не знаю. Привет, Хинс. Павел как-то умудрился дольше сделать. Сика. Ебать. В порядке вообще игра. Точно надо вот так, наверное, сделать. Бля, тут не получится никак красиво. Даже не знаю. Даже не знаю, блин, как тут красиво сделать. Даже, наверное, вот так надо сделать. Хуйню делаю полную, просто полнейшую хуйню, блять. А он да, он, блять, сюда пошел просто. Ну, блять, классно, все жопа. Сейчас Dark Angel нас обоих обгонит просто нахуй, сика. Надо Dark Angel обогнать хотя бы. Ну как это, блять, сделать, хуй пойми.
Нет, тут не получится, блин. Вот так можно еще раз еще сделать. Такое. Времени, да, мало. Надо думать сразу быстро. Надеюсь, Dark Angel третье место займет. Ну, ну. Еее. Я на второе вышел. Или нет? Да, 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 отлично. Ну, типа, пайл за дрот, что я могу сказать. Изи второе место каппа. Такое, ну, бля. У меня очень простой лабиринтик вышел. Никакого рестарта, кстати. Рестарт это смерть.